Через добрые дела к чистому городу. Под таким девизом этой весной вступили в борьбу с мусором самарские школьники и студенты. Дружными отрядами они срывали объявления на фасадах домов, в подъездах, на столбах и заборах. На счету только одной Ульяны Тюльпиной несколько мешков листовок и объявлений. На самом деле работа не трудная, но мне показалось, что это интересно и вообще, что это надо делать, потому что, ну, если мы это делаем, то город в любом случае становится чище. Акция пожирателя незаконной рекламы проходит в Самаре 5-й год подряд. В этот раз ее активно поддержали молодежный парламент и депутаты городской думы. Участие приняли 6,5 тысяч человек. Как итог, в Кировском районе собрали почти 320 мешков мусора. В Куйбышевском районе больше 80 килограммов объявлений. Я так полагаю, что мы с вами эту акцию не завершаем сегодня награждением, ни в коем случае. И, наверное, нам всем крайне приятно вот тот лозунг, который сегодня был на экране, да? Какой лозунг был? «Мусор – враг нашего города». Вот с таким лозунгом, я полагаю, что мы должны встретить чемпионат мира по футболу. На этом акция не заканчивается. Школьники и студенты и дальше планируют бороться за чистоту на городских улицах. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов. События.